Всю эту гору дел выполняют меньше сотни оперативных сотрудников следственного управления. В их видении самые серьезные преступления, связанные в первую очередь с гибелью людей. Кроме того, Следственный комитет ведет самые резонансные дела, связанные с коррупцией, выясняют и дают оценку действиям представителей властных структур во время стихийных бедствий. Лучшие сотрудники получили сегодня государственные награды федерального и республиканского уровня. Самая главная наша задача в том, чтобы население Хакасии, жители России были уверены в завтрашнем дне, могли спокойно ходить по улице в любое время года, не заботясь о том, что они станут жертвами каких-то преступлений. Вот это наша самая главная, считаю, задача.